16. 545. Ertov așa de a fi în Talmud Yerushalmi, tractat Rumo Daf Mem, s-ar ca o listă tractată de Rumo, resonă și de verie Torah lui Nishmat Konus, în Halam. Avem și Morhamim, Borhaim, Ben Zvo, Ben Zokeni, Ieșul Ben Devoro, Ieșul Ben Zvo, Ieșul Ben Zvo, Ben Devoro, Egam, Sara Bad Maria Marusia, Lethad în Israel, Iacob Ben Tomor, Kar, Kona Nishtarim, Lethad în Israel, Ufad în Israel, Shalom Borz Baolam. Топ, мишна мы сказали, что битуль трума. Что мы сказали, трума это 2%, которые человек дает коэну, эта трума имеет святость. Человек не имеет права ее есть, только коэн. А если она смешалась, он отделил, а потом она смешалась уже с его урожаем, с тем, что ему можно было кушать, пока в 100 раз больше не будет, то есть всего вместе с трумой 101, эту труму есть нельзя. Это постановили мудрецы, а закон один к двум проходит по Торе. Говорит мишна дальше так. Раби Йоши, 7 мишна. Раби Йошуа умер, теним шехород маалот это альванот, вармонот маалот это шехород. Есть два вида инжира, и даже сегодня, и 1500 лет назад, когда была гмара, есть инжир красный, есть инжир черный, есть инжир белый. Если у меня фрукты, мои фрукты белого цвета, а инжир, который упал трума черного, или наоборот, или у меня смешанные черные и белые инжиры, и упал туда инжир белый или черный, все вместе они растворяет в 100 раз больше, если есть, проходит. Также игуль двела гдолим, игулек двела гдолим, малин это актаним, актаним малин это гдолим. Что делали раньше с этим инжиром? Высушивали. Даже сегодня сухой инжир как продают? Делают такое, как колесо. Есть такие большие колеса сухого инжира или маленькие колеса большого сухого инжира. Разницы нету. Есть в 100 раз больше и больших, и маленьких. Тоже это колесо инжира сухого, которое туда упало, не важно, маленькое, большое, тоже с нами растворяется. И дальше гемара. Ваигулин малин это мальбенин, ваамальбенин малин это айгулин. То делали не только круглый инжир, круглые колеса тоже квадратные формы делали. Поэтому даже инжир с квадратной формой растворяет в 100 раз больше круглый и наоборот. Так считает Танакам, так считает Раби Йошуа. Раби Лезер говорит нет. Что? Не проходит. Тоже только свой. Белый инжир к белому инжиру черный, к черному, круглый, к круглому, квадратный и так далее. Это мнение Раби Лезера. Вераби Акива умер. Бьядуа манафла эн малот зоозо. Укше эно яде манафла малот зоозо. Раби Акива говорит, если мы знаем, какой инжир туда упал, то есть у меня моих инжиров смесь, черных и белых. Туда упал, если я знаю черный инжир, или белый инжир, я знаю, какого цвета инжир упал, тогда эти смешанные инжиры не растворяют этот инжир. В 100 раз больше, если есть вместе, говорит Раби Акива, не проходит. Только если я не знаю, какой инжир упал, черный или белый, тогда все вместе, белый и черный, его растворяют. И гмара объяснит разницу между ними, что они имеют в виду. Дальше говорит мишна. Кейца, что произошло? Вот, говорит, хамишим теяним шехород, хамишим леванот. У меня в куче 50 белых инжиров и 50 черных инжиров. На флашхора упал туда черный инжир. Шехород, асурот, ульванот, мутарот. Черный инжир, который мои инжиры в этой куче, они запрещены. Почему? Какой инжир упал, трума какой был? Черный. То есть там 50 черных было. Надо в 100 раз было, чтобы больше. Теперь белые инжиры, проблемы с ними нету. Туда белый инжир, трума не упал. Упал черный инжир. Поэтому все 50 черных будут запрещены. Белые разрешены, и наоборот, леванот, вельвана мутер, да, асурот, вельванот, мутарот. Нафла левана, ульванот, асурот, вахшарот, мутарот, наоборот, упал белый инжир, все белые инжиры запрещены, черные разрешены. Укше эйно едема нафла, если я не знаю, мне сын сказал, папа, там я случайно поставил туда инжир, какого цвета, не помню, белый или черный, не знаю, упал инжир, не знаю, какого цвета. Малот зоидзо, тогда эти белые и черные инжиры, которые вместе у меня в куче есть, мои инжиры, они этот неизвестный инжир, он был, наверное, черно-белый, но как бы этот инжир они растворяют. Убазе, убазо, Раби Элиэзер махмир, Раби Йошуа мекир. В этом случае Раби Элиэзер устражает закон, то есть он говорит, в этом случае тоже не работает. Если я не знаю, какой инжир туда упал, и там смесь белых и черных в 100 раз больше есть, не работает. Раби Йошуа говорит, даже если я не знаю, какой инжир упал, даже если я знаю, Раби Йошуа говорит, белый в белый, черный в черный, все белые и черные вместе в 100 раз больше есть, проходит. То есть Раби Лезер устражает, а Раби Йошуа облегчает. Дальше говорит мишна. Убазо, Раби Лезер мекель, Раби Йошуа махмир.
А в следующем случае наоборот. Раби Лезер облегчает закон, а Раби Ушо устражает. Что там было? Бедорес литра кециот альпи агад веэна йодея эйзе хи. Какое слово знакомое? Литра, да? Скажем, литра или киргам. У человека были несколько кувшинов, 100 кувшинов сушеного инжира. Он берет литр другого сушеного инжира, который он выделил для коэна трума, и раздавливает его на голышки этого инжира. То есть эти кувшины полные, сверху он еще додавил. Когда потом вспомнил, что это была трума и нельзя было есть, он не помнит, какой кувшин был из этих 100. Не 40, как у Алябайба, 40 разбойников, но 100 инжиров. Он говорит здесь, как, что, какой кувшин, что делать, растворился он или нет. Теперь, кроме этого, сейчас это сухой инжир, он где находится? Он находится сверху кувшина. Нижние инжиры, они соединяются с верхними, чтобы его растворить, или мы говорим нет, каждый отдельно. Раби Лезер омер, руин ото кейлуэн ферудот. Раби Лезер говорит, мы смотрим на них, что все эти инжиры, они перемешаны в кувшине. Ватахтонот маалот и тайленот. И нижней кувшины растворяет тот инжир, который он туда положил. Так считает Раби Лезер. Но в 40 или 2 странице Раби Йошуа омер, ло таале ачиешам мякат. Раби Йошуа говорит, как Малой Исох, не работает, пока не будет там 100 кувшинов с этими инжирами. И тогда что получается? Что у меня есть сейчас 101 всего, на одном из этих горлышек есть инжир, который трума, который запрещен для простого человека. И все эти 101 горлышко сейчас его растворяют. Но нижний инжир в одном кувшине не поднимается наверх и не распространяется, и эту труму они не отменяют. Это мишна. Теперь Гмара объяснит нам нашу эту мишну. Говорит Гмара так. Раби Иси. Бешем Раби Йоханан, Таамад Раби Лезер. Раби Иси объясняет, почему Раби Лезер говорит, что не работает. Черный с белым инжиром не могут растворить инжир другого цвета. Шехород нафлю летоха леванот, охель это леванот. Как мы сказали, если черный инжир упал в белый инжир мне можно есть. Черный был трума, белый он нормальный, как был, так и остался. Да, леванот, маалот, это шехород. А ты теперь говоришь, что если там смесь черных и белого инжира, упал черный. Белый имею право есть. Черный не имею. Ты говоришь, теперь белый смешивается с черным и можно его есть. Почему? Белый никогда не был запрещен. Почему он должен этот инжир растворить? Следующий лист говорит то же самое. Амар Раби Лазар. Каха я Раби Лезер мешив эт Раби Йошуа. Так Раби Лезер отвечал Раби Йошуа. Говорит Раби Лазар. Валванот маалот эт ашхорот. Валванот маалот эт ашхорот. Как белый может смешаться с черными и растворить этот инжир? Говорит, Мара Мильта Амар, биядуа ма нафал маалот зо эдзо. Что отсюда мы видим, что Раби Йошуа считает, что даже если я знаю, какой инжир упал, у меня моих инжиров смесь черных и белых. У коэна я знаю, какой коэна был инжир, или черный, или белый, все равно Раби Йошуа говорит, растворяется все. Кахана Амар, эн маалот. Кахана говорит, нет. В этом случае, если ты знаешь, какой цвет, то тот цвет запрещен, а другой цвет разрешен. Альдат это Кахана, говорит Гмара, окей, по мнению Кахана, ма бен Раби Йошуа или Раби Акива. Какая разница между мнением Раби Йошуа и Раби Акива? Раби Акива в Мишне то же самое сказал. Если я знаю, какой цвет инжира упал, белый и черный инжир не смешиваются. Если не знаю, тогда смешивается. Говорит Гмара, бешеяда бешахах. Он помнит, он знал, какой инжир упал. Его инжиров, 100 инжиров белых и черных. Упал туда инжир, он помнил, какой инжир это был, какого цвета, а потом забыл. Какой цвет? Он говорит, не помню, то ли белый, черный, черный. О, это разница между Раби Акива и Раби Йошуа. А да, ты Раби Йошуа, Раби Йошуа говорит, не важно, ты знал, сейчас ты знаешь, не знаешь, какого цвета, белый с черным растворяет его. Мале альдате, мале альдате. Раби Акива, Раби Акива говорит, ты знал, какой инжир? Вот когда тот инжир упал, неважно, какой был белый или черный, все инжиры противоположного, или все инжиры своего цвета он запретил, а противоположного были разрешены. Поэтому ты знал и забыл, не растворяется. Это разница между Раби Акива и Раби Йошуа. Окей, говорит Гмара дальше так. Шимон Барба, бешем Раби Йоханан, веу шенафла шхора ахад летох штайм шехорот. Где же Дватель Беруба? Он, Раби Шимон, со слов Раби Йоханана говорит, это нужно такое еще условие. Теперь по Торе сколько нужно инжиров? Достаточно 2 инжира. А если у меня есть 99 белых инжиров,
и один черный инжир, моих. И упал один черный инжир. Работает или нет? Не работает. Потому что по Торе нужно минимум 2 против 1. Поэтому нужно, чтобы по Торе это было уже растворено. 2 против 1, а здесь нету. Поэтому говорит, нужно 2. Говорит ему, Раби Зеир Абакуми Раби Мана. Раби Зеир спрашивает Раби Мана. О, Ломи Ставра Бетох Шалош Шеим Теавет Ахат Мен Ию Шамштайн. Говорит, нет. Надо сказать, что было 3 черных инжира против 1. Не 2. Почему 3? Говорит, если один потеряется, у меня 2 останется. Итак, будет достаточно, чтобы это было разрешено по Торе. Амале, ве уф, анас, аваркин. Он говорит, да, я тоже так считаю. 3 к 1 минимум должно быть из того же цвета. Теперь следующую строчку мы должны прочитать на втором листе. То есть Иерусалимский Талмуд, к сожалению, много версий, и он не так четко и ясно был записан, как вавилонский. Ну, прочитаем эту строчку. Бар педай амар тохен уматир ва афаль гав девар падая амар эн белила эла лаян вешемен. Бельват, модеу, аха, шеен, нивлалот. Но, говорит Мара, заканчивает том, что говорит, мильтеху дербанан плига. Хахамим не согласны. С чем не согласны? С чем не согласны? Мы чем закончили? Сказали, что по Торе минимум надо 2 инжира того же цвета. Чтобы было плюс, чтобы потом все вместе было в 100 раз больше. Чтобы было битуль по Торе, растворение по Торе. И дальше посмотрим, что есть хахамим, которые говорят, нет. То не обязательно, чтобы было 2 инжира того же самого цвета. Как мы сказали, если есть 99 белых и один черный упал черный, по их мнению, все растворяется и все разрешается. Вероятно, продолжим на следующем листе. Баруха Адонай Леолам. Аминь. Аминь.